Канцлер Австрии призвал пересмотреть санкции против России. В интервью изданию Bloomberg Кристиан Керн заявил, что ограничения наносят большой урон экономике Евросоюза. При этом утвердительно ответил на вопрос о возможности частичного снятия санкций. Главное условие – выполнение Россией пунктов Минских соглашений. Тем временем глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что до 2020 года Евросоюз расширяться не будет, так как ни одна из стран-кандидатов не отвечает критериям.